Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон в новом сезоне. И, ребята, сейчас, секундочку, мне пока... Нет, там Чикарита был... Нет, это не Чикарит, это ее следующая эволюция. Нужна бы нам Чикарита, действительно. Хотя бы какой-то травяной покемон. Нужно бы, конечно же, поискать. Да, давайте, в принципе, сейчас же пойдем, ребята, поищем. Не забываем то, что... Если на этом видео наберется 100 лайков, то выйдет новая серия. Я уже говорил почему. Сегодня может выйти до 5 серий. Бульбасавр! Бульбасавр, иди-ка ты сюда. Нет, не убивайся. О, Бульбасарчик, ну сделай мне подарочек, ну словись, пожалуйста. Как раз нам нужен травяной покемон, и как раз я только так заговорил, что у нас, что нужно хотя бы нам какого-то травяного покемона, и сразу там Бульбасар появился. Пожалуйста, ну словись. Потому что если я его ударю... что-то мне кажется, что хрен мы его словим, ребята. Нет, ну чё ты прикалываешься, я уже на тебя 3 ультрабола потратил, ты 13 уровень, и ты ни хрена не ловишься. Ну пожалуйста. Охренеть, ребята, словили мы Бульбасавчика, вот он, четвертый наш покемон. Охренеть, ребята, охренеть. Фу, ну такой подарок мне можно на день рождения, можно сказать, да. То есть мы вышли только оттуда, пробежались немного, я сказал, было бы офигенно, если бы мы сейчас нашли какого-то... так, извиняюсь, если бы мы нашли какого-то тройного покемона, да, так как, в принципе, нам нужен тройной покемон, и бум-бам, сразу же там, смотрю, Бульбасар стоит. Ну, реально, офигенно. Фу, четвертый наш покемон. Отлично. Сейчас просто давайте подумаем. Следующий покемон нам нужен водный, так как у нас есть огненный, да, электрический, призрак и травяной, да. Сейчас нам нужен или водный, или психический, допустим, абру мы словим, или, например, летающий, чтобы летать, да, чтобы быстрее передвигаться, может, того же... Хрен его. Может, бегона словим, соломенца, да, потом прокачаем. Пойдем куда-то в горы. Я не знаю, если тут у нас где-то горы рядом, фиг его знает. Потом нужно посмотреть. Или где он спавнится, потому что, если честно, не знаю, так как это же новая версия, да, тут измененный немного спан покемонов. Или может кого-то еще другого. Ну, потом посмотрим, ребята. Так. Давайте возьмем это по приколу, потом поставим куда-то. Так, ну что, ребята. Так, что мне нужно? Что мне нужно? Так, дайте подумать. Куда бы нам сейчас лучше пойти, что бы нам вообще лучше сделать. Так как мы можем сейчас, в принципе, словить какого-то еще покемона, допустим, мы пойдем куда-то на остров, поищем там Сквиртла, или пойдем Пиплупа поищем, или того же Маткипа, или Ошавота, да, это нужно пойти найти какой-то небольшой остров, и, в принципе, или можем пойти в горы, чтобы найти бегона, да. Так, давайте это соберем, чтобы было у нас побольше приконов, побольше мы себе потом сделали вот этих болов, да? Так. Вот так, отлично. И сейчас желтые. Так. Так как, в принципе, если бы мы каждый раз собирали вот эти априконы, каждый раз, когда они полностью дозревали, то у нас бы уже не знаю, сколько бы их штук было. Это сюда и это вот сюда. Так, точно, ребята. Давайте-ка мы...
Давайте-ка мы сделаем себе... Сделаем мы себе компьютер. В принципе, пока что он как бы нам еще не очень нужен, так как у нас только 4 покемона. Но все же, чтобы был, хотя бы чтобы был у нас, да, вот этот компьютер. Давайте сейчас, так, 1, 2, 3, по идее, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дайте я сейчас посмотрю. PC, как он там делается? Ага, один. Понятно. Так. Сейчас, что нам нужно? Нам нужно алюминий. И, в принципе, вот как раз еще одну штучку. Отлично. И топор, молот, какой топор. Так, сейчас. Вот. Так, 34-й уровень, ребята. Мы уже, в принципе, можем себе сделать ту же зачаровальню по приколу, чтобы было, да? Отлично. Так. Вот сюда. И идем, сделаем себе сейчас компьютер, ребята. Как это делается? Как-то вот так, да? Вот. Сейчас вот так. Так. Итак, ребят, отлично, у нас есть компьютер. Поставим его вот сюда. Ага, даже звук такой офигенный. Фу, ну что, может нам еще парочку ультраболов сделать или 8 штук нам хватит? Если честно, фиг его знает, у нас тут 46. Давайте-ка мы это поставим, не сюда, а вот сюда. И давайте, так у нас получится 20. Вот, тут у нас будет 20 ультраболов, да, если мы вот сделаем. 20 штук, офигеть. И сейчас 1, 2, 3, 4. Фу, отлично. Так, что, мы можем уже спать, нет? Я думаю, еще нет. Так, еще нет. А, Бульбасар, Бульбасар. Отлично, офигенно так выглядит. Фу. Плюс один покемон, ребята. А, давайте, в принципе, уже пойдем поспим. Во, уже можно. Отлично. Вот эта машина, что гудит вот так. А, ну что, давайте, может, еще сделаем себе. Хотя нет, пока что мы делать не будем. Потом сделаем. Давайте это поставим вот сюда, чтобы было у нас тут. Отлично. И всякий хлам, в принципе, то, что нам сейчас не пригодится, поскладываем вот сюда. Вот так. Отлично. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну что, может, какой-то остров поищем? Куда бы нам побежать? Давайте куда-то в эту сторону. Waypoint, ну, вот это стоит, да, отлично. Можем, если что, потом тпхнуться. Потому что легко забыть, где дом, если вот так просто бежать куда-то, да? Так, Бульбасавр, Бульбасавр. В принципе, два покемона нам осталось, чтобы у нас была полностью вся команда, да, 6 покемонов. О, какие цветы офигенные. Давайте заберем. И вообще такое, собираю все цветы, такие классные, которые нахожу, и ставлю их возле дома. У нас там уже две штуки какие-то стоят красивые. Не, ну в принципе действительно, это же это же новая версия, да, Майнкрафта. И тут в принципе действительно много всяких таких цветов новых. Это в принципе прикольно. Вот этот, ну эти цветы вообще реально офигенные такие. Мне очень нравится. Так, сейчас, ну еды еще пока что более-менее так есть, потом, конечно же, нужно будет себе больше делать. Давайте попытаемся вот этого убить, какой он 33 уровень, как раз Бульбасавр у нас 13. Так, мы его попробуем убить, отлично, Редстоун. Так, что бы нам выучить? Давайте вот так. Ух, уже сразу эволюционирует Айвизавра. Давай. Ну, в принципе, конечно, убили мы там электробазу 30 уровня.
А Бульбасар у нас был 13 уровень. Ну, в принципе, где-то такой, да, 17-18 сейчас он будет. Айвизаур. Да, 17. Отлично, сейчас. То, что кажется, что тут только вот эта равнина, больше нифига тут и нету. Вот равнина, равнина, равнина. Никаких островов, никаких морей, никаких каких-то других биом, да, вот только вот это кажется, да и все. Реально, вот в любую сторону, вот там, вот это, этот лес, да, ель, как бы, но без снега. А вот тут вообще нифига нету. Давайте поищем сейчас. Нет. Вот это какой-то лес. Там речка. И больше, в принципе, нифига я не вижу. 24 уровень. Давайте просто вот тебя этим убьем, да и все. Так. Капут, Инфернейп у нас уже, ребята, 45 уровень. Офигеть, он уже большой. Так, нет, этих не будем ловить. Куда-то вот сюда. Ух, сколько цветов тут. Это действительно, если вот так посмотреть предыдущая версия Майнкрафта и вот эта версия Майнкрафта, то уже просто-напросто заметь... О, новая деревня! Я что-то так посмотрел в сторону, не понял, мечи опять возле нашей деревни очутились. Но потом... Так, сейчас, секундочку, я еще вот эти цветы хочу собрать. Не знаю, что от меня на цветы так хочется цветы собирать всякие. О, покет-центр! Нахрена мы себе компьютер делали, так бы стыбзили оттуда, да и все. Не, ну просто то, о чем я говорил, ребята, то, что действительно замечается очень большая разница, хотя нету никаких практически изменений, только если так посмотреть предыдущая версия Майнкрафта, да, и вот эта версия Майнкрафта. Добавили, может, там, ну, 1, 2, 3, 4, 5, ну, где-то 5, 6, 7 новых видов цветов, да. О, мы, в принципе, еще одиша могли словить. Ну ладно, если у нас уже Бульбасар. О, там новая биома. Грибы вот те. Добавили, может, парочку видов цветов, да, и сделали вот такую уже двухслойную траву, что как бы вот такая нормальная трава, и тут двухслойная трава. Ну, как бы в два слоя, да. Ну, в два блока, можно и так сказать. И в принципе, только когда ты уже вот так ходишь по равнине, уже кажется, что нам намного все другое, потому что уже не только красные там цветы и вот эти, и желтые, да, а уже идешь там поляна там каких-то вот этих цветов, поляна вот этих больших красных цветов, поляна там других цветов, поляна еще кого-то, трава уже намного больше, чем обычно, да, была. Уже как бы уже более-менее такое другое. Ну, как бы небольшие изменения, да, что-то там изменилось, но уже кажется, что намного там, ну, не намного, но чуть-чуть больше так, чуть-чуть разнообразие, да, есть. Что еще? О, ребята, точно, я только вот сейчас вспомнил, не вспомнил, а подумал, что действительно, это же другая деревня, ребята. Тут же ихняя еда есть, ребята. Сейчас мы стыбзим ихнюю всю еду. Так. Давайте. Отлично. Будет у нас еще намного больше еды. Так. Конечно, тут не вся она дозрела, но все же. Лишняя еда, это нормально. Так. Отлично. Конечно, пшеница тут... Да ты ж... Пшеница тут не дозрела, да, но... Пару штук дозрела, но все же. Тут куча... Куча картошки, куча вообще морковок. И действительно, это можно сказать, еще одна новая деревня, да, но... Еда, которая в ней есть, это надолго будет, мне так кажется. Так... Давайте сейчас вот это все соберем. И у нас будет вообще куча еды. У нас уже должно быть... Ну, практически один стак картошки, да.
Смотрите, на карте вот это мы все вот тут облутали, да, то есть у нас еще вот тут есть. Все это мы сейчас заберем. Вот тут есть. Тут еще морковочка. Так, морковка. Собрали мы всю. И вот, ух, еще и вот там есть. Капут, сколько у нас. Вот, вот сейчас у нас действительно еды уже практически хватит, но... Ну, фиг его знает, будем ли мы делать плантацию. Не, ну, в принципе, конечно, плантация же нужна, чтобы было вообще очень много еды. Хотя, в принципе, если мы сейчас вот эту картошку вот эту всю пережарим, то еды, в принципе, хватит на очень долго. Давайте вот это все соберем и посмотрим, сколько у нас еды. Так, еще два вот этих. Вот так. Тут, и да, и еще пшеница. Ну, пшеница, конечно, не вся дозрела, да, но... 16 пшеницы или сколько там? Так, у нас, ребята, практически 2 стака картошки, пол стака морковки и 17 пшеницы. Это действительно, это много, но новая деревня, это действительно очень много. Что еще хотел? Хотел я посмотреть, есть ли тут книжные полки, чтобы потом себе все же сделать... Зачаровальню, да? Ух, вот это новый лес, да, новые деревья. Вот тут должна быть, да. Вот тут и вот тут, по идее. Хотя там не знаю, но вот тут, да. Сейчас мы это соберем. Книжечки. Отлично. Так. И да, и вот тут. Отлично, собираем. Вот так. В принципе, ребята, я думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. В следующей серии, наверное, продолжим где-то отсюда и пойдем искать горы или еще что. Во, как раз там горы. Но это каменные горы. Ну, не знаю, ребят, потом посмотрим. А, кстати, там у нас еще покет-центр есть, так что и туда мы сбегаем. Сейчас давайте закончим эту серию, ребята. Если на этой серии наберется 100 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.